Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на прекрасном фестивале, который называется «Сходим Фест». Здесь очень большое количество людей, как будто весь Алматы решил, что сегодня выходной. А что еще делать в Алматы? Ну тут жизнь, сказка. Да, у меня ощущение, что люди здесь только отдыхают на самом деле. Как у тебя вообще отношения с музыкой? Я обожаю музыку. Я люблю с детства петь. И, возможно, в скором времени, может, через месяц я выпущу свою песню. Свой хит? Да. Бенгер? Да. Отлично. Да. Это начинающий так. Такое. Мы вот здесь бежит Breaking News сейчас. Yeah. Это же эксклюзив. Yeah. Отлично. Так, у тебя будет, возможно, своя песня? Да. У нас сейчас идет подготовка. Может быть, на следующий год тогда мы заявим тебя хедлайнером, сходим в фест. Как тебе такая идея? Я только с радостью. Супер. Да, я очень хочу. Кто из сегодняшних артистов тебе по душе? Кого хочешь послушать? Я бы хотела послушать Ирину Кайратовну и, ну, естественно, Квест Пистолс. Давай топ-3 песни Ирины Кайратовны. Вот так, навскидку. Кокту. Это вообще топ для меня. Так. 5К. Так. И... Что еще я обожаю Ирины Кайратовны? Со мной моя Арава. Нет, не очень на самом деле. Ариву не очень почему-то люблю, когда только первый раз слышала. Ничего против не имею этой песни, просто она не легла мне подошла. Вот, наверное, вот 5К и Кокту. Отлично. Скажи, пожалуйста, какую песню ты сегодня слушала? Может быть, когда собиралась или засыпала? Что вообще у тебя в твоем плейлисте? Есть у тебя? В моем плейлисте? Мы можем заглянуть. Пойдем, посмотрим, что в плейлисте. Вот. Итак, ну у нас «Станция Айова», «My Stupid Heart», «Честно-честно», «Элвин Тудей», «Элвин», надеюсь, ты это видишь. Ирина Кайратовна, которая с Hero, у них был коллаб. «Поток дела тонкая азиат». Очень классная, кстати, песня. Рекомендую ее послушать. Так, спасибо большое. И одно пожелание гостям сегодняшнего вечера. Что ты такого хочешь им сказать? Я хочу пожелать, чтобы этот вечер вы провели... Вы наступили на мою сумку! Все в порядке, прошу прощения. Я желаю... Никому не наступать на сумке, как минимум. Да, пожелать хорошего вечера. Надеюсь, вы сегодня уедете с... С эмоциями, с воспоминаниями, которые будут греть вас еще очень долго. Спасибо. Кстати, пусть подписываются все на твой ТикТок. Да, меня зовут Вика, мой аккаунт Вика Буза. У нас в гостях Айман. Айман, ты уже полюбилась нашим читателям, потому что стала одной из героинь редизайна проекта. Как ты себя чувствуешь? Как настроение сегодня? Вообще супер прекрасно. Здесь столько молодежи, ну и взрослых людей тоже, окей. Не молодежи, Айман, а что мы себя со счетов уже списываем? Немножечко, да. Ну, что касается проекта, который был, я хочу сказать, что это мое самое любимое видео. Но это реально такое творчество там было максимально, поэтому очень благодарна. Супер. Скажи, кого ты сегодня хочешь здесь послушать, если у тебя свои фавориты, любимцы? Да, это Крайм Волшебник. Он уже только что спел, я такая счастливая. Я поплакала чутка. Давай в камеру передадим привет Крайму. Да. Крайм, привет, я только что пел, и спасибо тебе большое, мое сердечко. Оно такое тук-тук-тук. Спасибо большое. Ну смотри, а вообще как тебе эта вся тема с летними фестивалями и турами? Кого бы из исполнителей казахстанских, зарубежных ты хотела бы послушать? Ну так, в перспективе. Я была на концерте Молдназара, таком маленьком концертике, и я не успела, к сожалению, на фестах поучаствовать, где он был. Поэтому я бы с удовольствием еще раз послушала его, потому что он любовная. Ну и еще раз Крайма, конечно, до Гуду Джаз. Да. Мне кажется, было вот это палево, когда люди такие подпевают, и кто подпевает, они уже там к 30 ближе. Кто не подпевает, они такие, ну, малыши. Малышки. Что они знают о настоящей алматинской музыке? Вот правильно? Именно. Айман, расскажи, в чем ты сегодня? Какой у тебя классный аутфит. Спасибо. В общем, на мне штанишки здесь... Да. Можно показать штанишки покрупнее? А можно потом покажу на девушку? Обязательно. На мне штанишки... Пойдемте. На мне штанишки Святая, и это основатель алматинского... Так, это уже интереснее. У меня теперь две героини. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Ужан. Лужан, вы основательница бренда? Франшиза у нее, да. Супер. Это вот как раз то, в чем Айман. Вы тоже? У вас написано «Святая». Не жарко? И носочки посмотрите на наши. Так, сейчас, одну секунду.
Я у святыни. Вот все святые, а я сегодня как-то не подготовилась. Привет. Здравствуйте. А где остальные? Я сегодня и всегда являюсь лицом Totally Spice, остальные не важны на самом деле, можете запомнить меня. Хорошо. Ну, кого пришел послушать сегодня? Сегодня я пришел послушать и поддержать Танира и Тёмчу. Супер. Какой трек для тебя из них самый знаковый? Самый знаковый, я думаю, да-да-да. Проходи, проходи, только алкоголь оставь. Проходи, пойдем. Теперь у меня уже двое парней из Totally Spice. Ну вот, а ты сказал, что ты один набрал, получается. А-а-а. Кошмар, в прямом эфире практически. Что ты скажешь по этому поводу? Он ничего не говорит. Можно потому что я лицо Totally Spice. Развернись, пожалуйста. Вот так, супер. Может быть, я сейчас тоже спрошу, кого ты хотел послушать сегодня на фестивале? Только Танир Тёмча. Жесткий, жесткий хаслер. Только они, никто больше. Танир и Тёмча лучшие. Мы только ради них пришли сюда. Это получается, когда вышла первая песня, сколько вам было? Примерно. Первая, вообще, да. Ну, их первая песня, мне кажется, в 2007-2008 примерно вышла. Мне было тогда, я не знаю, в утробе матери был, наверное, примерно. Так, пинался под бит. Еще у папы был. Я еще у папы, да, был. Пинался. А тебе сколько лет было, когда вышел? Ну, примерно, что там было? Страдания в школе? Или вы танцевали? Будь осторожен, это вопрос с наводкой, твой возраст сразу спалит. Нет. Какая-нибудь дура определенно меня бросила, и я страдал, наверное. Я уже не помню, как тебя зовут, но спасибо, что дала мне эту травму, и я познакомился с творчеством Таниром и Тёмчи. Вот, все. Топ-3 казахстанских артиста на сегодняшний день для вас. Кого слушаете, кого любите, кого уважаете? Так, сейчас, топ-3, да? Ну, определенно, первое место занимает Мика, классный вообще, ну, у него скоро трек выйдет, поэтому, если что, вы залетайте. Это первый правда? Мика. Это правда? Что у Мики выходит трек? Да. Ничего себе. Это эксклюзив, получается. Нет, это будет фит. Это фит. Намекните, мальчик или девочка в паре? Вот Мика и наоборот. Если прочитать, то будет... Аким Даниал Ахметов, он ушел в творчество. Ничего себе. Ну, мы ждем фита, что бы там ни было. Ну, хорошо. Я могу постоять, вы можете потанцевать. Подписывайтесь на Totally Spice и следите за их обновлениями. Их теперь по-прежнему 4. По-прежнему 4. Всем спасибо. Пока. Подписывайтесь. Йоу. Акжан, привет. Привет. Что ты здесь делаешь? Расскажи нашим читателям, подписчикам, слушателям. Я сегодня в роли прессы сюда пришел. Ничего себе, с новым статусом. Каждый раз что-то новое. Да, я здесь скорее по работе, но я заодно отдохнуть пришел. Очень много друзей сегодня здесь. Отлично. Кого хочешь послушать, кого уже слышал? Крайм играл. Ты его любишь? Да, конечно, очень люблю. Давай самые лучшие песни Крайма, топ-3, на твой взгляд. Ну вот «Чай» моя любимая песня. Ага. Да. Напоешь или ты не поешь? Дай мне кружку чая, Россия, я так скучаю. Да, он только что ее пел. Ну и напоследок, я не могу не спросить, что на тебе сегодня. Давай расскажем. На ногах Соломоны, XT6, шорты Хоу, футболка моя. Байбачи. Пойдем покажем. Байбачи. Байбачи. Где купить-то можно твой мерч? Я в Инсте сейчас продаю, да. Супер, кепочка? Кепка, North Face, сумка для бутылки Our Corkers. Что ты делаешь на фестивале? Я пришла поддержать нашего друга по имени Нурбек, артиста Dude on the Guitar. Я очень люблю его творчество. Вот, и совсем скоро он будет петь, буквально через 15 минут. Так, отлично. Ну давай навскидку. Самая твоя любимая песня Дюда. Я не знаю название, но мне нравится та, которая... Ай, там, мадам! На-на-на-на-на-на! Вас побрил вашего Арсенди. Прекрасно. Мне кажется, ты уже в шоу «Голос». Мы тебя приняли. И совсем скоро место рядом с авторкой будет исполнительница или лейбл. Что тебе больше нравится? Я не знаю. Мне нравится быть частью команд. Я бы хотела, чтобы это была какая-то команда, потому что мне кажется, что творчество людей раскрывают другие люди. И мы ничто без сообщества. Поэтому, да. Поэтому объединяйтесь, создавайте больше креативных проектов. Сима, давай вот так навскидку. Как тебе какие-нибудь топ-3 твои открытия в Казахстане?
армянской музыки? Я уверена, ты точно знаешь кого-то интересного. Мне кажется, Нурбек номер один. Номер мы один. Шли своим супругом Данияром по подземке на Абая-Досток и услышали его голос. Это было в 2018 году. Ему он просто заснял, сделал короткий ролик. И мы просто были в шоке от искренности, которая от него исходила. Тогда, да, вот. Это один. Так, пошли второй. Конечно же, Йенглек. Я обожаю Йенглек. Я обожаю, я за то, чтобы было больше женских голосов на сцене, в литературе, везде, в искусстве. Люблю Йенглек. И мне очень нравится, что она педагогиня, и что она, из сферы образования. Кстати, у нас вышел спецпроект «Синлик». Мы оставим ссылочки внизу, можно будет посмотреть интервью на русском и казахском языках. Отлично. Да, есть. Третье. Пусть это не будет клише, пусть они никогда... Когда они будут клише, конечно же, 91. Я обожаю 91, я обожаю треки 91. Супер. Какая песня сегодня была у тебя в плейлисте? Слушала что-нибудь сегодня с утра? Я немножко, мой возраст можно понять по тем песням, которые я слушаю. Я люблю старые казахские песни, такие как, например, «Эненбек», «Бакай», «Жалгазаку». Вот эти треки, я их обожаю. Прекрасно. И да, я их слушала, я обожаю эти клипы. «Акаин Касында», «Жигитпен Каскезисте». Супер. Так что, да, можете посчитать, сколько мне лет. Итак, пишите в комментариях, сколько может быть лет Симе Омаркуловой. Да, давай какой-нибудь приз сделаем, скидочку в Тартпу угадавшему твой возраст. Как тебе такая авантюра? Давайте, у нас магазин галереи Тартпа. Вы можете получить открытку. Пишите, сколько мне лет. Ребята, привет. Я вижу, настроение хорошее, загорелые. Как вы себя чувствуете? Классно, замечательно. Сегодня такая погода еще прекрасная. Я специально прилетел из Астаны. Что, там погода... Не надо, там погода прекрасная. Так, как у вас, Шарип, дела? Как настроение? Кого хотим послушать сегодня? Сегодня у нас не мой свидетель, но, в принципе, почему нет? Нурлан будет вытягивать харизмой за нас двоих. Нурлан, кого хотим послушать сегодня больше всего? В целом атмосфера классная. Температура хорошая, музыка классная, и все круто. Спасибо за вопрос. Прекрасно. А вы что скажете? Я забыл вопрос. Я говорю, кого хотели послушать сегодня? Quest Pistols сегодня же прилетает, именно старым составом, да? Не новым. Icon, каноник, ребята. Именно когда в наши годы, помните, в 49-м. Что слушали тогда из них? Под какую песню страдали? Когда мы в танцклуб ходили, и там танцевали под песню «Белая стрекоза, любви стрекоза летит». Что, хотелось бы послушать? Да. Очень классно, хотелось бы послушать Майкла Джексона, но, к сожалению, его уже нету. Вообще, в целом, мы с друзьями любим клубную музыку, но сегодня... А чё я ору, да? Я не знаю. Мы хотели бы послушать спокойную музыку, но, к сожалению, ее здесь нет. Ну, знаете, здесь найдется музыка, мне кажется, на любой вкус, на любое настроение. Настроение Шарип, настроение Нурлан. Кстати, кто вы сегодня? Пишите в комментариях. Ну и напоследок. Второе, поделиться становится Шакентием, а первый Нурлан Батыровым. Смотрите, это уже порезали и полетело в ТикТок. Мои гости не забыли в кадр. И давайте, пожалуйста, по одному казахстанскому исполнителю, который кажется вам сегодня наиболее перспективным. Кто это? Я настолько стар, что я по именам их плохо знаю. Чего вы считаете себя стар? Я не понимаю. Вот, а с чего помнится в 49-м? Опустите камеру вниз, здесь песочек под ним. Конечно, старый. Подтверждаю, песка нет. Нет песка. Это ложь. Вот, я по именам не... Аро выступал до этого, да. Это нереально перспективный артист, я считаю. Так. Супер. Конечно, Аро очень крутой, Аршат крутой, так. Калифорния, угу. Потрясающие ребята. Шиза сегодня будет выступать? Нет. У Шиза очень крутой, вот у него, я показывал ребятам из Москвы, они вообще в восторге от Шизы, его читка, биты, как он... Короче, это очень крутой парень в целом. И те ребята, которые... Ну, конечно, пользуясь случаем, хотелось бы сказать, что... Началом этого локомотива был мой близкий друг, мой родной, это Дархан Джуз. Он останется в сердцах, он потрясающий исполнитель, потрясающий артист, потрясающий вокалист, вообще потрясающий человек. И вклад его в такой вот стиль и в движение казахстанского музыки, это просто неоценим, конечно. Согласна. Мне кажется, очень его не хватает на сегодняшнем фестивале. Фестиваль просто...
Дархан Джуз фестиваля — это просто... Это мир потерял... Вишенка на торте любого фестиваля. Мир потерял крутого артиста. Да, мы тоже очень сильно скорбим и надеемся, что его музыка будет жить в сердцах не только этого поколения, но и всех ребят, которые пришли сегодня послушать классную казахстанскую музыку с классными казахстанскими креаторами. Спасибо вам, хорошего вечера. Спасибо. Слушайте хорошую музыку, слушайте Дархан Джуза. А также скачивайте Нурлана Батырова. I really want to dance. Расскажи, пожалуйста, что происходит здесь, чем ты сегодня здесь занимаешься? Ой, я пришла на Quest Pistols. Так, отлично, это уже хорошо. По большей части, да. Знала, что соберется много интересных людей. Хотелось посмотреть, кто придет, как придет. Очень интересно наблюдать за аутфитами людьми. Так. Я, получается, в сфере одежды работаю, двигаюсь, то есть. Так, куда двигаешься, в какую сторону? Ты занимаешься стайлингом, создаешь свою одежду? Создаю свою одежду, да. Супер. На тебе что-то из твоего бренда или это нет. Экспром? Расскажешь? Давай посмотрим. Давайте. В принципе, на мне просто платье от H&M, в прошлом году покупала. Супер. И винтажные казаки покупала в одном классном мото-винтажном магазине. Можно показать колечко крупным планом? Пойдем. Да, конечно. Посмотри, какое прекрасное. Это что за бренд? Если честно, не знаю, это подарок был. Может быть, если вы знаете бренд, пишите в комментариях, что это за бренд. И украшения у тебя очень красивые сегодня. Украшения сама сделала. Купила жемчуг мелкий, крупный, и вот бусины все собрала сама. Супер, DIY получается сделала. Все, да. Отлично. Смотри, кто из Quest Pistols нравится тебе больше всего? Помнишь их по именам? Солист нравился, Антон, по-моему. Антон, да. Да. Ну, у меня был просто период такой небольшой в школьные годы, когда мне прям Quest Pistols ловила краш. Да. Отлично, отлично. А как ты думаешь, какую песню сегодня ждешь больше всего? Мне очень нравятся песни разные. Разные? Да. Мы с тобой разные. Да, разные. Под них очень классно танцевать и страдать одновременно. Ну, по крайней мере, у меня это точно. Может быть, посоветуешь каких-то своих классных казахстанских исполнителей, кто тебе нравится, кого ты слушаешь? Мне очень нравится Дютон за гитару и Инлик. Из фестивалей музыкальных куда бы ты поехал, если бы у тебя была возможность отправиться прямо сейчас? Классно. Кого там хотел послушать? Дрейка 100%. Так. 21 Savage. Так. И Sandra Shee. Супер. И какое-нибудь пожелание гостям этого мероприятия? Всем хорошего настроения. Немножко жаркий день, поэтому обязательно носите кепки. У меня своя. Пейте много воды. И радуйтесь жизни. Итак, это был очень неожиданный, веселый, яркий выпуск. Спасибо, что были с нами. Обязательно подписывайтесь на нас. Не забывайте подписываться на наши обновления. Нажимайте на вот этот колокольчик. И до новых встреч. Пока-пока. Отписывайтесь на стену.